Сняли мальчики. На молитву. Раз, Андрей. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь ты, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди все несчастны, не очистены от всяких скверны, и спаси Боже души наши. Господь и Бог наш, ты Творец неба и земли, благослови нас на предстоящие занятия, умудри нас, Господи, в Слове Твоем. Дай вникнуть закон Твой совершенный, исполниться духом премудрости, духом разумения. Вложи слова Твои, Господи, в сердце, в разум и уста наши. Дай нам познать волю Твою через Слово Твое и исполни, живя ее здесь, на земле. Прибудь рядом с нами, наш Господь, не оставь, не покинь нас. Благослови даже наших братьев там, работающих, сохрани их от всякого зла. Благодарю Тебя, Господи, за услышанную молитву, что сюда братья приехали. Игорь, Андрей, Господи, слава Тебе за все Твои милости и щедроты. Хвала Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Разговоры прекратить. Разговоры прекратить, Ксения. Разговоры все прекратить. Слушаем только внимательно сюда. По поднятию руки отвечаем. Андрей, из рук все убрали. Урок рисования будет потом. Сейчас из рук тетрадки делаешь? Нет. Тут зеленые тетрадки лежали, дай-ка я рисую. Это мои все. Какие все твои? Это мои все, у меня все четыре. А, четыре у тебя. А где ты продал? Вот. Тимофей, передай. Подачай тетрадки. Кирилла. Леонида. Лена, Леонида. Да, кстати. Леонида? Нету ее, по-моему. А где у вас Леонида? Может, пойти поискать? Кто щелкает моей ручкой? Иди поищи. Она спит там на кровати. Его, ну это Егор песня. Ее разбудить Леониду? Вот это чай тетрадка. А, ну пойду разбужу. Отдай. Егор, пусти. Ты моя! Можно ли ручку? Нет, можно ли ручку? Блин, нету ручки. Я вам все раздал уже. На. Да, блин. Так, прекрати. Соня, Маша, перестаньте. Вот, это зеленая. Конечно, моя. Давай, Тарас, сядь. Тарас, сядь. Так, разговоры, Вика, не стала прекратить все разговоры. Подаем? Сядь на свое место, куда ты прыгаешь? Разговоры прекратили все. Да, куда пошла? Сядь, сиди. Степа, Степа, разговоры прекратили. Покажи. Раз. Записан тему это наше занятие. Библия первая, то есть мы сегодня будем заниматься по Библии, тема занятия Библия, Священное Писание и Слово Божие. Все три оглавления с большой буквы. Библия с большой буквы, Священное Писание, оба слова с большой буквы. Степа. То есть это Библия была. Степа. И третье, Слово Божие. Слово Божие тоже оба слова с большой буквы.
Библия, священное писание и слово Божие. Осень, сядь. А где моя ручка зеленая? Не знаю, кто сидит. Дай вам ручку на это место, которое держишь в руке. Да, пишем. Записали? Все? Раз, записал? Да. Леонида успела записать? Нет. Библия? Есть карандаш. Карандаш, да. Библия, Священное Писание и Слово Божие. Все три названия с большой буквы. Библия, то, что вот вы видите, вот у меня в руках, вот она, книга, полностью наше православное издание, 77 книг. Библия состоит из 77 книг, записывай для себя. Библия состоит из 77 книг, полная Библия. 77 буквами? Как вы желаете. Цифрами. Чтобы быстрее, конечно, все смотрите. 77. Библия состоит из двух частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет, оба слова с большой буквы. Новый Завет тоже с большой буквы. Оба слова. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. 77. После Библии. Библия состоит. Я слышу двух машин. Все-таки непонятно было. Библия состоит из 77. Записались? 77 книг состоит Библия, 77 книг из двух частей, Ветхого и Нового Завета. Записываем. Ветхого Завета 50 книг. Говори, где это? Из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет, оба слова с большой буквы. Кто звать кепку? Слово Божие читает. Ветхий Завет 50 книг и Нового Завета 27 книг. Вы из христианских 27? Семей? 27, да. Новый Завет 27 книг, а Ветхий Завет 50 книг. Вы из христианских семей, вы должны все это знать уже на Иисус. Сколько книг нам уже? Хочется повторять. 27. 27 Новый Завет, Ветхий Завет 50. А где же это? Что я знаю? Книга-то есть книга. Книга пророка Иеремии, книга пророка Иезекииля. Послание апостола Павла. Каждое послание отдельно читается. Автор и этой книги Бог, то есть Творец наш, небо и земли, Он. Автор этой книги Бог, Господь Бог. Новый 27. Откроем 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Новый Завет это. 2 Петра, глава, смотрите. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Второе Петра, 1 глава, 21 стих.
1 глава, 21 стих. Тихо, разговоры прекратились. Стёпа, Андрей, сказал писать себе. Можно? Возьми листочки, если ты не помнишь. Глава какой стих? 21. Можно я? Так, все, внимательно слушаем, читай вкус. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Не зрекали вы святые Божьи человеки, будучи движимы святым Духом Святым. Андрей. Еще раз повторить. Да. Еще раз внимательно послушаем. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Духом Святым, то есть от Бога. Бог, Господь ими двигал. Святые Божьи человеки писали, записывали рукой, а ими двигал Дух Святой. Движимый Дух. А какая реальность? Какой стих? 21. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Кстати, ну, давайте запишем, если его заучить. То есть иногда люди задают вопрос, достоверно ли, откуда вы знаете, что достоверно Слово Божие, вот это Святую Библию, которую мы держим в руках. Это стих, один из доказательств, это стих Писания. Это уже от человека зависит, верит он, не верит. Если он не верит, то ему бесполезно что-либо доказывать. Ты должен только засвидетельствовать. Ибо никогда вы Нового Завета открывайте свои. Тихо, успокойся. Чего ты, Ксюша, кричишься? Я Новый Завет есть. Это записать стих Писания. Вот это вот? Да. 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Вот это записано. И все? Все, весь стих Писания. Да. 21. Есть? Да, да, да. Выучить? Выучить потом. Потом заучить. Здесь нет. Ты записывай. У меня здесь нет 21. Какой 21? Первая глава, 21 стих. У меня нет 21 стих. Как нет? Так. Так. Будем записывать отсюда. Тут нету. Так ты чего открыл-то? Послание Иоанна Богослова. Кто такой невнимательный? Я открыл. Так, записываем. Меньше разговоров, больше записываем. Время идет. Эта тема очень обширная. Леонид, а что сидишь? Записывай. У тебя Новый Завет есть? О чем молчишь? На, я не знаю, куда. Да, я поворачиваюсь, хожу. Глава какая? 2 Петра 1.21. 1 глава. 2 Петра. Там есть 1 Петра, есть 2 Петра. Первая глава, 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Вот записывай себе сам. Ибо никогда пророчество, да, вот это. Вот это? Ибо никогда пророчество не было произнесено. 21 стих, 1 глава, 21. 1 глава открыла, я 21 стих ищу. Не выписываю. 1 глава? Да. 21. Написали? Нет. Давайте побыстрее. Мы только начали. Вот это начал. Иди, давай записали. Даже Господь говорит, что Иеремия, можно было вот откройте Библию. Иеремия? Да, Иеремия. Тут он за это нищая. И Иеремия. 1 глава, 12 стих. Андрей, записывай тот стих.
1.12. Первый глава, 12 стих. 938. Библия аккуратно, листочки тоненькие, порвать можно. Угу. По оглавлению поищите. Максим, только записывай, рисовать ничего не надо. Сейчас не урок рисовать. А наверх вызывать? Да, придется вызывать. Там нет. Будь здоров. Первая глава, 12 стих. Читай громко. Обтирает лицо и тихо, тихо, пыль. Тихо. Ну, кто ты читаешь? Ты Иеремия. Послание Иеремии. Первая глава, 12 стих. Первая глава, 12 стих. Все правильно. Можно Иеремия мне прочитать? И Иеремия. У него можно там 50 глав. Подождите. Сейчас мы еще послание там, может? Какое послание? Младший Иеремия. Нет, просто Иеремия. Просто Иеремия. Есть плач Иеремия, есть послание Иеремия, есть просто Иеремия. Книга пророка Иеремия. Вот. Не чешись, Его. А человек, когда очень часто занимается Библией, то есть изучает ее, он без всяких оглавлений ищет, быстро находит. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. То есть Господь бодрствует над словом, то есть никакой человек не изменит Слово Божие, потому что Господь над ним бодрствует. Почему Слово Божие до нас достигло? И очень постарались. Это Библия. Они были. Где они? А как совершенно? Даже Второзаконие, 12 глава, 13 стих. Это Пятикнижие Моисея. О, закон? Пятая книга. Сначала. Ветхий Завет. А у меня нету. 12 глава, 300 стих. У вас только новый. Так, никому не мешайся. А нам замучивать? Этих есть? Я не знаю. Пятая. 12 глава, 300 стих. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляя к тому и не убавляя от того. То есть Слово Божие нельзя ни прибавлять, ни не убавлять. Все. Даже это написано в притче 30 глава 6 стих. Господь говорит, не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался уже. Он в ошибку, то есть Господь Бог не обличил тебя через кого-то. Слово Божие, оно должно быть у нас на первом месте. Через Слово Божие мы узнаем волю Божию, как ее исполнить, какие, каковы его заповеди. Если мы их не знаем, не аж это идея. Если мы не читаем Библию, мы нарушаем заповеди Божии. Не знаю ее. А нарушаем мы, согрешаем. А согрешаем, мы погибаем. Рисовать ничего не надо. Просто перестань. Дядя Володя, с Андрей. Иисус, а? Что нам? А есть ветки за ветки? Ветки за ветки, не одна. Иисус Навин, 1.8. Иисус Навин. У вас там новый завет нет. А вы пока открывайте Евангелие от Иоанна, 5 глава, 32 стих. Евангелие. От Иоанна, 5 глава, 32 стих. У кого Новый Завет есть, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Я уже нашла. Иоанна. 5 глава, 39 стих. 90. Все, я нашел. 39 стих. 39. Я нашел. Иисус, я нашел. 1, 8. Вот, я знаю. Ну, читай глава. Исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они
свидетельствует о мне. Свидетельствует о Христе, это сам Господь говорит Иисус Христос. 1 глава, 8 стих. 39 стих. Да, для этого, для себя выпишите это, для заучивания. Для меня обходит третья книга закона. Максим, ты записываешь или рисуешь? Нет, успокойся, сядь. Первая глава, 39 стих. Пятая глава, 39 стих. И выпишите для себя. Карту им. 39. Рисовать ничего не надо, ты сейчас запишешь. Иоанн, 15 глава. Ой, 5 глава. Иоанн и Иоанн. Иоанн для... Да, и Н. 39 стих. 5 глава, 39 стих. И следующее. Писание. Степа, я сказал, что мне записывать все стихи. Ну, почему же это надо все списать? Да. Это надо все списать? Да. Ты записывай, сиди. Ты же как бестолковый. Ксюша, вы нашли? Ну, не читайте, почему? Как верующего человека. Руку подними. Руку подними. Иоанна 5.39. Ну, не читай, пожалуйста. Для чего тебе дал Новый Завет? Я не знаю, чтобы найти Иоанна. Я сам знаю, что... Иисус Навин, читай 1.8. Так, разговор прекратил. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть в Слово Божие написано вникать день и ночь. Ночами мы обычно спим, но бывает, Господь отнимает у человека сон. И вот тогда ты можешь взять в руки Библию, помолиться и почитать Слово Божие. То есть даже этот момент ты должен использовать. Как она проявляется, любовь к Слову Божию? Человек, находя свободную минуту, вот бывает, что вам дают сейчас перерыв, что вы делаете в первую очередь? Бежите на качели, какую-то игру придумываете. А тот, который глубоко верит в душе, который любит Слово Божие, Бога любит, он сразу берет в руки Слово Божие, то есть Новый Завет, там, Ветхий Завет, и начинает читать. Почему? Потому что он любит это. 118-й псалом, запишите для себя. Стойте, я еще не списал. 118-й? Да, 118-й псалом, псалом любви к Слову Божьему. 118-й псалом. Псалом любви к Слову Божьему. Хорошо, что мы его полностью писать не будем. Нет, конечно, не будем. Нет, 118. Да, 118 псалом. Любовь. Псалом 118. Можно так написать? Можно 118? Тире, любовь. Библия. Можно 118? Да. Богу или к Библии? Библия. Любовь к Слову Божьему или любовь к Библии? Какой стих? Какой стих? Она все, весь псалом говорит об этом. Весь псалом. А, я нашел. Там 176 стихов. Там 176 стихов. А может, перепишем все, что я не знаю. Я нашла 118. Я тоже. А вы смотри, сколько стоит. Я сюда взяла. Девочки, это все списывать. А? Это все списывать. Ничего не надо записывать. Я просто вам говорю, что 118 псалом, потом сами почитайте на досуге. Когда время будет свободное. Я себе, когда уверовал, поставил себе за правило. Каждое утро прочитаю 118 псалом. И какое-то время я все это делал. Каждое утро. То есть молился, потом читал 118 псалом. У меня была жажда, что это слово Божие. Я думаю, что через пророка. Володя, можно вопрос? Да. Вот, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них имеет жизнь вечную. Через них это через кого? Через пророков? Через Писание. Писание? В то время было Ветхий Завет. Ну, через пророков. Да, потому что они все говорили о Христе. Так. Нет, так. Ты там что записываешь? Иоанна, 5 глава, 39 стих. 39 стих. Михаил, найдите стих Писания. А мы еще не списали. А, не записали. Кто свободен? Я. Андрей, ищи. Римлянам, послание Римлянам. 10 глава, 17 стих.
А вас? Послание Римлянам. А кто-то найдет 1 Тимофея 4:16. Тимофей. 1 Тимофея 4:16, да? 1204. А ты ищи Евангелие от Иоанна, вопрос 12:48. Найдет это. Нашла. 16. Нет, нет. Ты найди Евангелие от Иоанна. 16. Егор, ты еще не начинал искать? Какой стих? Я уже нашел. Ищи тогда Евангелие от Иоанна 12:48. Я нашел. Я нашла по Тимофею. А какая там? А какой? Какая глава? Первая или вторая? Какая? Какой стих? Послание к Тимофею. Какая глава послания к Римлянам? Тимофею 4:16, да. Четвертая глава 16. Десятая глава 17. Я нашел. Я нашел. Диоди, я нашел Ивана. Диоди, я нашел Ивана. Стой. Прекратите, ребята. Давай, Андрей, читай. Держи. Итак, Вео, слышание, слышание от Слова Божьего. Итак, Вера, слышание от Слова Божьего. Слышание от Слова Божьего. То есть вы, подождите, вы терпение, то набирайте хоть немножко. Апостол Павел говорит, терпение спасайте души ваши. Христиан должен быть терпеливым. Мы этого научаем от всю жизнь. В лагере здесь научаются. Везде проявлять терпение. И Христиан сказал в 3 главе 1 стихе, всему свое время. То есть время молчать, время говорить, он там говорит. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Время убивать, время там, это, насаждать, время разрушать и так далее. Он перечисляет. То есть надо быть терпеливым. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть человек, вера у него правильно появляется только от слышания Слова Божия. Не от кого, что он какое-то чудо увидел, огня. Агния, бухай что ли? Молчи, слушай. Ты сейчас прослушала то, что я тебе говорю. Вы внимательно слушаете, у вас внимательности нет. А потом спрашиваете, а чё? Кого как проснулся тот еще? У меня нету. Дядя Володь в хосе хочет? Я Нестору задание дал. Нестор. Ты какое тебе задание дал? Что мы? Какой стих писал? Да? Да, давай, Михаил. Вот я нашел. Я нашел к Тимофею. Давай, читай, я нашел Иоанна. Там его беспрекословно великое благочестие. Нет, ты неправильно нашел. Ты нашел третью главу, а я сказал четвертую. Можно? Читай, себе на учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасет, и слушающих себя. Да, стих писания записывайте. Я записываю. Да, ты какой стих записывай? Отвергаешь меня и не принимаешь слов моих. Где Володя? Я нашел это. Слово, которое судил себя, слово, которое я говорил, она будет судить его. Подожди, ты не то записываешь. 1 Тимофея 4:16, запишите здесь. Ты не то записываешь. То есть 1 Тимофея 4:16 говорит, вникай в себя и в учение. То есть себя ты должен во свете Библии увидеть самого себя. Каков ты есть? Я недавно с вами проводил первую беседу, когда по Слову Божию. Задал вам вопрос, как вы считаете, вы духовные или плотские? Все ответили, что мы плотские. Почему? Потому что нет ни молитвы, вот я сколько замечал. Смеетесь во время молитвы, то есть кощунствуете уже. И нет любви к Слову Божию. 1 Тимофея 4:16. 1 Тимофея, найди сперва. Это послание. Вы тут в удовлении? Да, я искала. Кто-то стремится именно. Слушай, аккуратно. Просто сядь. Слышно, не отвлекайся, у тебя совет не есть. Агни, у тебя что, есть же в нем? Ты что, найти не можешь? Главу не помню. 4:16. 1 Тимофея 4:16. Послание к Тимофею написано. Первое послание к Тимофею. Нашла я Тимофею или не нашла? Мы 4 главу открываем. 4 глава. 1, 2, 3, 4 глава. Какая глава? 13. Тимофей. Матфея это евангелист, а Тимофея это... Первая? Тогда еще меня. Вот тут у нас послание. Тимофея. Как восьмое? Первое послание. Вот там, Тимофея. Вот там. Вот страница, смотрите. Вот там,
Тимофею, первое послание Тимофею. Сейчас мы смотрите, пожалуйста. Тяжело, да. А мне какой-нибудь есть задание? Ты записал для себя, Тимофей? Я записал. Мы учили в прошлом году. Ну давай, Нестор, расскажи. А какой стих? 1 Тимофея 4.16. Я тебе повторю это. Давай, Василий, скажи. И рисовать попроси. Хорошо. Увлекай себя и учение, и вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Правда? Нет. Увлекай себя и учение. Я нашла. Первое послание Тимофея. 4.16. Ты не нашел, что ли? 16? Да, 16. 4 глава, 16. А, 4. Нашел. Мы уже прочитали, записывай для себя. 459 страница. А что еще надо? И согласно этого Слова Божия, то, что вы сейчас вот записываете, это Слово Божие нас будет судить в последний день. То есть в день суда. Господь Бог нас будет судить последствия. Творите сеть на нас. Это ты вот смотри, 16 глава. 1 Тимофея 4.16. 4 глава 16. Ну, я это Я уже давно выучил. Не разговаривай. Что ты разговариваешь? Я тебе его и спрашивал. Можно сказать? Скажи. Тебе спрекословно, если благочестие. Вот рассказ. 1 Тимофея 4.16. Нет, ты второй раз говоришь. Ты 3.16. 4 года. Не то, точно. Что вы знаете, любление жизни? Ну, конечно. Евангелие от Иоанна 12.48. Открыли Библию. Что следует? Вась? Евангелие от Иоанна. Мол, зелье. Евангелие от Иоанна 12 глава 48 стих. 12 глава 48 стих. Какой 38 стих, Господь? 48. Грей. Это Новый Завет? 12 или 13? Ну читай, пока громко читай. Отвергающий меня и не принимающий слова моих. Слов моих. Имеет судьи. Судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово Божие нас на суде Божьем будет судить. И согласно этому Слову Божьему мы должны свою жизнь продолжать, жить по-христиански. То есть все сравнение. Как утром вставать, почему встаем в 5 утра, кто может на это заходить? Почему рано христианин должен вставать? Я могу сказать молиться и давайте молиться и работать. По времени примерно сколько должно быть? Что мы должны быть? Ну, дядя Володь. Что за годы солнца? А, 12-й год? Да. Псалом. Ветхий Завет открывай. Псалом 118, 148. Это списывать? Дядя Володь. Дядя Володя, списывай. Кого списывай? 12 глава, 48 стих. Можете записать? Мы это записывали. Дядя Володя, какой стих? 148. А какой стих? Нет. У вас же псалтырь есть. Новый Завет, который есть, у вас тоже псалтырь есть. 118 псалом, 148 стих. Читай громко. Отче мой предваряет утреннюю стражу, чтобы не углубляться в Слово Твое. То есть царь Давид даже еще прежде рассвета уже углублялся в Слово Божие, в закон Божий. То есть насколько он рано вставал. И неоднократно он в псалтыре говорит: рано предстану,
перед Богом, то есть рано предстанет. С раннего утра. С раннего утра. Еще. Ложиться после заката. А за, ложишься ты уже по своему желанию. То есть, чтобы выспаться ты мог. Есть люди, которые по 2-3 часа спят. И все это делают ради Бога. То есть бодрость заставляет себя бодрствовать, расслабляться. Даже есть Псалом 137, это 2 стих. Господь говорит, что Он Слово Свое ставит превыше всякого имени Своего. То есть у Бога, как насчитывает более 500 имен, одно из главных Его имя – это Бог и Иегова, Сущий, переводится на русский, Сущий. Что мы молимся, Отче наш, Сущий на небесах. И Он говорит, что превыше всякого имени Слово Божие, имени Слова Его. 137 Псалом, 2 стих. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Превыше всякого имени Твоего. То есть Господь Свое Слово превыше всякого имени Своего ставит. Если люди нарушают, они наказываются за это дело. Нарушение заповеди Божьей. Господь в Евангелии говорит, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Кто любит меня, то есть Господа любить надо. От чистого сердца, сядь там. Какой стих? Егор, сядь там. Второй. Сядь там. 137 Псалом, 2 стих. Нет, ты уже прочитал. Вот это вот. 137. Так, вот сейчас мы записали места Писания. Вчера мы тему поднимали о молитве. И тоже записывали для запоминания. Кто стих Писания заучил? Ты заучил ли ты? Вчерашнего. Посмотрите вчерашнего. На молитве. Какие стихи Писания были заучены? Здесь вот я помню. Закон от того, и молитвы нет. Где там написано? Ты не смотри. Смотри числа, вон. Где там написано? Нет, глава какая? И этот стих писает? Притчи. Я помню. Притчи 28.9. Ну ладно. Я знаю. Сегодняшнее вам заучить, это Евангелие от Иоанна 5.39, 1 Тимофея 4.16, то, что вы должны записать. Я не могу, Андрей, больше. Подними. Ты можешь что-то? Иоанна. Учитель, мы его записывали вообще-то. Дядя Володь, вас Андрей хочет спросить. 5.39. Сейчас скоро по времени. А сколько по времени? И следующее писание. 32 минуты еще? Сегодня через них иметь день вечера. Они Записать Евангелие от Иоанна 5.39, 1 Тимофея 4.16 и рассказать. Давайте заучим. Я уже выучил. Евангелие от Иоанна 5.39. Я выучил 5.39. Тебе-то не скоро уже мало, все на язык. Так я это еще в память там каждый день, каждую неделю заучу. Все, давай рассказывай. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Где там написано? Иоанна 5 глава 39 стих. 1 Тимофея 4.16 получилось. 4. Не 3.16, а 4.16. 4.16, я знаю. 1 Тимофея 4.16. Можно мне другой 4.16? Вот эти Евангелие от Иоанна 5.39 записал себе? Где там у меня Тимофея? Да, уж тут нелегко найти.
Первое или второе? 455. Ну, первое или второе? Я Тимофеев, 416. 416. Нашел. Не понял. Кто научит, распела? Поднимаем руку и говорим. Это Леонида. Тарас, вы что-нибудь записали? Все, ты записал что-нибудь, все рисали. Ну, что это такое? Если бы ты не умел писать, ты же умеешь писать. Я забываю. Когда у тебя перед глазами все записывают, если у тебя не записано, то я что-то забыл. На, записывай. Тимофей, ты записал? Вы к нам на занятия пришли? Тоже? А? Ну, а что нам с вами? Первый Тимофей 416, 418. А Вера Тимофея? Оля заучила сегодня? Чуть-чуть. Нога на ногу не сидит. Нога на ногу не сидит. Слушай, заучила сегодня. Хотя бы Иван Братьянов петь сегодня. Просто давай, какой будешь? Очень хорошо. Да без разницы, давай. Иоанна 5, глава 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Какой еще звучит? 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Исследуйте Писание, занимайтесь всем постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь. Как ты носила по месту писания? Какая себя? А, да. Получилось. Сиди, повтори. Уж по себя. По себя. Тихо. Тарас, я стал заучивать сидеть. Не надо ничего рисовать. Ты записал хоть одно место писания? Заучил. Тарас. А вы что? Сиди, записывайте. Я для чего вам нужно это тогда? Иван Гретяна, 5.39, записывайся. Выпиши себе, что заучили. У нас нету выбора. Тимофей, у тебя же есть Новый Завет? Открой себе Иван Гретяна, 5.39. Ты сможешь прочитать? Да, Евангелие от Иоанна. Там есть евангелист Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Вот четвертый по счету. Пятая глава, 39 стих. Некрасиво. Получил? Агния, ты заучиваешь? Заучил, красиво. Дело в том, что Слово Божие иногда человек может заучить целое стихотворение, неверующий, а Слово Божие в него не вмещается. Вот всего сказали, один стих Писания заучить, а это также дается Духом Святым, то есть от Бога. И у человека не вмещается это Слово Божие. Почему? Причина тому грех, какой-то грех, то есть он не дает тебе Слово Божие заучивать. Заучите, и потом, это, говорится, жизнь вот эта. Место, сиди спокойно. Повтори еще. И все это происходит в большей части от нашей лени. Место, какое место писания говорит о лени? Лени? Да. А, Сираха. 22.2. Говори его. Ленивый подобен помету. Воловим по мету подобен ленивый. Всякий поднявший его отряхнет руку. То есть сравнивает с воловим по мету. Король и кошка. Ленивый. Хватит копчевку. Да ты выучи. Давай место рассказывай.
1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Только поскорее, а то каждый раз потом спрашивают уже на следующий год, ты уже не дома повторить надо. Юля, заучил что-нибудь? Ну что так долго? Ксюша, ну что это, барши? Ливия, ты заучила? Да, против. А, ну что будешь, вставай, рассказывай. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Осталось только исполнить, чтобы у вас в руках была Библия. Давайте мы. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Молодец. Ну, Тарас, смелый ты наш парень. Кто учил его? Михаил, как у тебя успехи? Нестор, не крутись. Лучше почитай, спасибо. 118 солнечных. Вон Леонида хочет рассказать. Давай, Леонида. Тетрадку закрой. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя в учение, занимайся с ним постоянно. Вот так поступай, и себя спасешь, и слушаешь от тебя. Еще кто-то заучил? Молодец. Заучил 5:30. Нестор, не отвлекайся. Никого не отвлекай тоже. Вон, псалтырик пока почитай. Ну, ты? Сам почитай. Ты уже взрослый. Ну, ладно, вы там стихотворение какое, я бы вам сказал. Там расскажите стихотворение там. Кошками там других. А тут две строчки запомните. Не нужно. Что? Андрей, не рисуй, а это. Вон ты раз выучил. Я выучил. Спросите вон Тарас. Тарас, рассказывай. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. От Иоанна 5:39. Молодец. Нестор, что делаешь? Сядь спокойно, ну что ты такой? Сейчас пойдем в скорую. Есть такое стихотворение, пока вы заучиваете, для тех, кто еще, как говорится, уже рассказал, может спокойно выслушать. Дядя Вова, если у меня память плохая, я не выучу. Память дается от Бога, запомните. И об этом надо молиться. У меня тоже память плохая. Но я молюсь, и Господь мне дает разумение. А у меня память плохая, у меня вообще нет. Есть, все у тебя есть. Все решает молитва. Если ты будешь молиться, все у тебя будет. И память будет, и любовь к Словом Божьим будет. И будет вера. Веры просто нет. Вот ты ходишь, например, в храм, а веры у тебя нету. Если она даже она есть, она у тебя не та, которую Господь сказал. Апостол Павел говорит, мы должны веровать по Евангелию. То есть евангельская вера у нас должна быть. А вера у тебя там появится, когда ты начнешь сам проявлять любовь, усердие к Слову Божьему. Усердие надо проявлять. Вникай в себя и в учение. То есть постоянно, написано, постоянно. Слово постоянно очень часто встречается. День и ночь. То есть надо из рук не выпускать Слово Божие. Это понятное дело, что ты где-то поработал, а в уме у тебя постоянно должен какой-то быть процесс происходить. То есть ты всегда должен мышлять. Увидел небеса, сразу 118 псалом вспомнил, первый стих. Небеса проповедуют Слово Божие. И дела кукол вещают век. То есть все время у тебя вот этим должен ты наполнен быть. Вот тогда у тебя будет память.
А если ты в это же Слово Божие в руках не держишь, откуда тебе такая память появится? У тебя нету книги, беседы, любви. Давай расскажи. Первое Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих. Вникай в себя и в учение. Занимайся им постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь. И слушающих тебя. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо... Ибо... Садись. Я с тобой успокойся. Давай, Степа. Исследуйте Писание, ибо... Тихо. Пожалуйста. Ибо вы... Сиди, повторяй. Насколько мне не надо? Ты заучи. Стёпа, раз пять про себя повтори, тогда будет. Давай, Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь вечную жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Давай, Тимофей. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение. Занимайся всем постоянно, и вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Агния заучила? Слушай, молитву. Молитесь, чтобы Господь на память. Я вам сейчас прочитаю стихотворение одно, поучительное. Как бы к концу нашего занятия, потом, в следующий раз, я вас прошу уже на следующем занятии, когда у нас будет. Она называется стихотворение «Новый Завет». Если кому понравится, я потом могу дать карточку и заучить для себя. Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Глаголы вот предвечного слова, Святая Библия. Как дышат святые звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. 1853 год. Написал Никитин Иван Саввич. Жил 37 лет. Поэт такой. А как он? Не знаю, автобиографию не знаю. Он Степа хочет снова сказать, попробовать. Степа, ты точно заучил? Ты про себя повтори, чтобы точно, четко, что ты точно заучил. Следуйте Писание или... Ибо вы... Ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную. Они свидетельствуют. Они свидетельствуют у меня. Аминь. Наконец-то Петя Иринова хоть немножко заучил. Садись, молодец. Сидел, рисовал. Все-таки я вам сказал, что получше. Так, все, на этом первый урок наш закончился. Можно отдыхать. А это кому куда? А можно А помолиться? Помолиться. Ну, у нас еще занятия будут. Еще будут, да. Давай. А можно дневник сразу? Отдохну, пока оставься на месте. Можно все подарить эти книги. Люди,